инфраструктура и обслуживающий персонал. У нас главным действующим лицом стал бюрократ, который делает вид, что он управляет нашим обществом. Он ничем не управляет, кроме своего кармана. А поскольку он имеет доступ к ресурсам, его интересует набить этот карман быстрее и как можно больше. И самое большое преступление, как я везде говорю, это не коррупция в России, а казнократство просто. Просто распил, как они говорят, бюджета. То есть сколько бы денег не было выпрошено, эти деньги все распилят, разложены по карманам. И больше ничего не интересует людей, потому что на эти деньги можно купить благо. А заниматься развитием страны – это дело муторное, неперспективное, непредсказуемое. То вот я вам все и сказал, больше ничего сказать не могу. Невежество.